Дамы и господа, пожалуйста, превратитесь в слух. Посмотрите эту программу до конца. Также посмотрите особенное, актуальное объявление. Моя тема называется «Подходит ли к концу срок задания, которое Бог дал Америке?» Согласно Священному Писанию, это полнота язычников. Согласно Писанию, полнота язычников закончится, и тогда Всевышний приступит к спасению евреев. Он снова обратит внимание на народ Завета Авраама. Всевышний приведет их к полному познанию Господа и Спасителя Иисуса Христа. Итак, я хочу сделать одно утверждение. В Конституции нет слов об отделении церкви от государства, хотя люди думают по-другому. Такой оборот есть в письме Томаса Джефферсона, одному из лидеров баптистских церквей. Люди ратуют за отделение церкви от государства, ведь они не хотят видеть нас в политике. Они не хотят, чтобы мы голосовали и выступали. И, конечно же, они не хотят, чтобы мы озвучивали проблемы общества. Многие из вас не знают о том, что был один служитель и проповедник, ставший президентом Соединенных Штатов. И сейчас вы узнаете о нем. Он оставил дом для работы на корабле, но скоро он вернулся. Мама дала ему $17 и отправила в академию. Он обратился ко Христу и крестился в церкви, ученики Христа. Ему поручили проповедовать каждое воскресенье в соседних церквях. Также он посещал христианский колледж Уильямс в Массачусетсе. Он ненавидел рабство и верил, что христианам нужно иногда участвовать в политике. Парень знал греческий и латынь. Когда ему было 26 лет, он стал президентом колледжа Уильямса. Этот служитель проповедовал по воскресеньям и проводил пробуждение. Также этот пастор вел деятельность в штате Огайо. Он принимал участие в гражданской войне. Я процитирую вам кое-что. В 1880 году он выступал на съезде республиканцев и стал кандидатом на выборы. А в марте 1881 года он стал президентом. Его звали Джеймс Гарфилд. А вы говорите об отделении церкви от государства? Когда наши соотечественники скандируют это, то они имеют в виду: давайте попросим Бога уйти из нашей страны. Много лет назад в школе случилась трагедия. Люди твердили: где был Бог? Где Он был? Один из людей, потерявший ребенка в этой трагедии, сказал: мы попросили Бога удалиться из школ. Это была ошибка, и он прав. Мы удалили молитву и чтение Библии из школ нации, основанной на христианских ценностях. Как же это ужасно. Мы все боимся кого-то обидеть. Допустим, тех, чьи взгляды отличаются от наших. Итак, если вы приедете на Ближний Восток, в Иорданию или в Ливан, то там вы увидите множество разных мусульман. У меня много друзей среди них, и они не стыдятся своей веры. Они не отступят от нее. А США отказались от основ веры. Когда ты взрываешь фундамент, то все здание рухнет. Позвольте мне сказать это. Христианские пасторы постоянно участвовали в политике на протяжении всей истории США. Позвольте привести и примеры. Я недавно писал об этом удивительном факте. Во время американской революции были проповедники, которые проповедовали с кафедры. «Если ты сражаешься с тиранией, то ты делаешь благое дело». Британцы пытались наложить лапу на начинания американцев и управлять ими. В США были проповедники, которые призывали народ сражаться за свою свободу. Во время гражданской войны страна была разделена на юг и север. Думаю, большинство из вас знает то, о чем я рассказываю. На северо-востоке США были служители, которые проповедовали против рабства в церкви. Они провозглашали то, о чем учит Библия. Те, кто познал Христа, свободны.
все люди рождаются равноправными. В церквях были служители, вдохновлявшие верующих бороться за свободу рабов афроамериканцев в Соединенных Штатах. Мы знаем, что было потом. Это прокламация об освобождении рабов. Вспомните движение «За гражданские права». Кто направлял его? Служитель Баптистской церкви Мартин Лютер Кинг-младший. Большая часть соратников Мартина Лютера Кинга-младшего были служителями Евангелия. Если бы служители Евангелия не принимали участие в войне за независимость, то в 1776 году не наступила бы свобода. Если бы пасторы не приняли участие в гражданской войне, то не было бы отмены рабства. Если бы не началось движение за гражданские права, в котором участвовали черные и белые пасторы, то сегрегация не исчезла бы, и черные не получили бы равные права. А если бы исчезло, то это произошло бы лишь годы спустя. Пожалуйста, запомните это. Если мы уберем христианство и Библию, и служение Богу из Соединенных Штатов Америки, то тогда мы уничтожим поручение, данное нам Богом. Почему мы верим в свободу? Откуда пришла эта вера? Она пришла из Библии. Кого Сын освободит, тот истинно свободен будет. Это учение Христа. Оно пришло из Нового Завета, согласно которому все люди равноправны. Нет превосходной расы. Мужчины и женщины равны перед Богом. Евреи, язычники равны перед Ним. Черные, белые, испаноязычные равны перед Ним. Наша нация основана на учениях Писания. Вот ответ на вопрос, почему мы верим, что страна основана на иудеи-христианских верованиях и концепциях. Итак, какое задание Господь дал стране? Какое задание Бог дал США? Я поделюсь своими соображениями. Просто следите за моей мыслью. Во-первых, Штаты являются основным глашатаем проповеди Евангелия. Это было в 18 и даже в 17 веке. Вспомните англичан. После двух мировых войн добавились новые задания для Соединенных Штатов Америки. Мы стали передовой нацией в миссионерстве. Мы отправляли духовную литературу, дарили Библии, бурили колодцы со свежей водой. Христиане помогают потерпевшим от стихийных бедствий. После цунами в Индонезии американские христиане присылали еду, лекарства и одежду. Во время засухи и голода в Африке христианские организации Америки оказали заботу о бедных. Бог дал нам задание помогать беднякам, нуждающимся и тем, с кем обошлись несправедливо. Мы рассказываем им не только о политической свободе, но и о духовной свободе в нашем Господе Иисусе Христе. Нашим вторым заданием является поддержка Израиля. В 1917 году была написана Декларация Бальфура, ставшая предвестницей создания Государство Израиль для еврейского народа в регионе Палестины. С 1917 до 1948 года США помогали возродить Израиль. Они помогали Израилю в шестидневной войне и в войне судного дня. Премьер-министр Израиля Голда Меир позвонила Никсону и попросила о военной помощи. Президент оказал тогда поддержку. Израиль уцелел во время войны судного дня благодаря Соединенным Штатам Америки. Это не выдумка, а факт истории. Америка
поддерживала Израиль в годы его восстановления. Америка оказала военную помощь в пяти войнах. Однажды один из премьер-министров Израиля сказал мне: «Мы поняли то, что наши лучшие друзья — это не штатовские политики, а христиане, протестанты Северной Америки». Он сказал мне: «Когда я прилетаю в Штаты, меня узнают местные христиане и подходят ко мне. Они говорят: мы любим вас, вашу нацию, и поддерживаем вас». Он изумился. Мы удивились, когда увидели, сколько у нас друзей среди протестантов. Служитель Джон Хэгги имел талант дипломата. Он строил мосты дружбы между христианами и евреями. Я радуюсь, когда вижу это. США останавливает зло на земле. США — это главный глашатай Евангелия в мире. Мы одни из главных сторонников Израиля, и мы защищаем его. Кроме того, Америка — это военная сила, которая помогает и сдерживает движение или экспансию диктаторских режимов и плохих людей на земле. Например, в 10-х годах 20 века, во время Первой мировой войны, умерло огромное количество христиан. Если бы Соединенные Штаты не вступили в эту войну, то возможно, что после 1917 года большая часть Европы погрузилась бы во тьму из-за подъема коммунизма. Коммунизм — это движение безбожников. Когда мы приняли участие во Второй мировой войне, Европа, другие страны и мы победили нацизм. Соединенные Штаты внесли свой вклад в победу над нацистами, Германией и Гитлером. Войска Германии много чего успели сделать в России, но Адольфу Гитлеру не удалось победить Советский Союз. В Советском Союзе была страшная и ужасная война. Дело в том, что Германия захватила многие страны. Если бы США отсиживались, думая: «Это не наша война, и мы не вступим в нее», то война закончилась бы по-другому. Европа стала бы пристанищем нацизма. Она была бы не такой, какая она сейчас. Во время войны в Заливе мы воевали там не ради спасения нефтяных вышек Аравии. Дело в том, что Хусейн использовал химическое оружие. Друзья мои, это не сплетни и слухи, а известные сведения из проверенных источников. Он скрывал оружие в Сирии и перевозил его. Саддам Хусейн хотел завоевать Кувейт, страны Персидского залива и Саудовскую Аравию. Хусейн хотел контролировать нефть в заливе. Это была не только война за освобождение Ближневосточного залива и стран региона. От власти этого диктатора он просто-напросто убивал свой народ. Его сыновья пытали и убивали людей. Они применяли химическое оружие против курдов. Соединенные Штаты участвовали в этих войнах, потому что это было справедливое дело — лишить Хусейна власти, пока он не успел убить людей. Я хочу сказать то, что Штаты — не воинственная страна, но мы принимали участие в нужных войнах, потому что на то были причины. Мы лишали власти диктаторов и помогали людям, которые хотели свободы. В Пакистане и в Афганистане есть люди, которые испытали влияние Запада. Они хотят свободы. Они не хотят жить под властью диктаторов. Они не хотят жить при режиме, когда за преступление отрубают руки. Они хотят справедливое правосудие. Кто-то из людей хочет свободу совести, а если они хотят выбрать христианство, то им нужна свобода.
Итак, США помогает сдерживать зло в мире. Я повторю это. Соединенные Штаты Америки помогают сдерживать зло. Меня волнует происходящее сейчас, так как мы хотим говорить о политике, но я здесь не для этого. Я хочу говорить о задании Америки. Идет ли страна к поражению? Святое Писание учит нас, однажды наступит полнота язычников. Когда это произойдет, тогда все изменится. Обратите внимание на то, что Америка — это главная языческая страна. Мы убрали Библию из школ в 63-м году. Мы убрали молитву год спустя и узаконили аборт позднее. В некоторых штатах запрещены библейские кружки. Во многих школах запрещено упоминать имя Иисуса, и, соответственно, запрещены открытые совместные молитвы. Власти ряда штатов запретили носить христианские майки. Власти убрали изображение 10 заповедей в Алабаме. Они убрали фигурки истории о Рождестве из общественных мест. Есть законы, которые запрещают строить церкви. Власти облагают налогами неприбыльные организации, которые не справляются с таким бременем. Сейчас я вижу одну проблему в Соединенных Штатах Америки. Мы знаем, что мы нация, которой надо покаяться. Кто-то думает, что покаяние — это не изменение жизни, а слова «Прости меня, Боже». Кто-то говорит по телеку «Прости, Боже», и меняется. А кто-то молится об этом, но не меняется. Покаяние — это не только признание своей вины. Согласно Новому Завету, покаяние — это когда мы разворачиваемся и идем в противоположном направлении. Это разворот на 180 градусов. Когда вы читаете книгу Откровения, то там три раза сказано о том, что люди перестанут каяться. После этого Бог изольет свои гнев и суды во время скорби полностью. Люди не будут каяться в идолопоклонстве, в убийствах, в колдовстве и в супружеских изменах. Люди не будут каяться вообще. Они перестанут каяться, и Бог уберет силу, удерживающую суды. Тогда появится Антихрист, человек беззакония. Он откроется в свое время после удаления удерживающего. Это может быть Святой Дух, Церковь или Америка. США — это сила, которая будет сдерживать войска Антихриста. Но такого не будет во времена скорби. Его никто не сможет сдержать. У нашей страны есть войска, но речь сейчас не об этом. Если мы не будем поступать осторожно, то мы лишимся наследия, которым является вера. Мы нарушили завет с Богом. Когда закончится срок задания Америки? Вот в чем вопрос. И находимся ли мы в конце этого срока? И когда он истечет? Ну, во-первых, проповедано будет сие Евангелие Царствия во всей Вселенной, во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Срок задания для США истечет, когда все народы услышат весть. Во-вторых, ожесточение произошло в Израиле отчасти, пока войдет полное число язычников. Кстати, полнота язычников отсылает нас к языческим народам, принявшим Евангелие. Это связано с местом Писания Евангелия от Матфея, 24 глава. Соединенные Штаты Америки — это одна из языческих сил, когда Евангелие достигнет народов мира через интернет и через спутниковое телевидение, то в таком случае наступит конец. В-третьих, согласно книге Иоиля и книге «Деяния святых апостолов», Святой Дух будет излит на всякую плоть, то есть
на все расы, независимо от цвета кожи и места проживания. Всякая плоть — это все нации и народы. Сыновья и дочери будут пророчествовать. Мы отчетливо видим в Соединенных Штатах Америки движение молодых людей, которых Господь Иисус поднимает на земле. Это поколение моей дочери. Ей 19 лет. Также это следующее за ней поколение христиан. Бог изольет свой дух на всякую плоть. Сыновья и дочери будут пророчествовать. Когда это излияние распространится по земле и достигнет многих людей, то тогда, согласно Матфею, наступит конец. Я верю, что срок сдачи задания еще не истек. Бог говорит церкви через нас и через многие другие служения о том, что нам нужно служить Ему проворней. Это слово для вас. Начните действовать быстрее, чтобы достичь больше людей Евангелием. Именно так мы и исполним задание, данное нам. Не уходите далеко, мы вернемся к вам буквально через одну минуту. Пожалуйста, уделите мне все свое внимание. Несколько месяцев назад мирской экономист заявил, что грядет новый глобальный сброс. Тогда я услышал в своем духе эту фразу «апокалиптический сброс Америки». Несколько недель я просыпался рано утром и получал череду пророческих откровений, которые я собрал в своей новой книге «Апокалиптический сброс Америки». Эту книгу обязаны прочитать все христиане, которые любят библейские пророчества, консервативные американцы и патриоты. 19 подробных глав раскрывают те планы, которые сейчас строятся в тайне и будут публично установлены над нами, американским народом, а также то, как нам противостать им. Я нашел поразительные древние пророческие параллели и шаблоны, некоторым из которых более 4000 лет. Они повторяются сейчас в Соединенных Штатах. Я рассматриваю великий вавилонский сброс Америки и спланированное гонение христиан, самостоятельное проклятие Америки, которое принесет суд на страну, грядущая стычка с Иезавелью, женщина, которая станет президентом, как нам себя вести, почему мы должны противостоять коррумпированному правительству. Я раскрываю уникальные параллели с Кремниевой долиной, а также планы по банкротству и экономическому сбросу Америки. Кроме того, я расскажу, как функционировать, когда церкви придется уйти в подполье. Я получил уникальное откровение о президенте Трампе и шаблоне, который открывает историю. У меня также есть глава о том, почему пророки поняли все неверно. Дамы и господа, это самая важная книга в истории моего служения, особенно в наше время. Но и это не все. Я также добавил к ней новую инсайдерскую информацию на двух аудиодисках. Это 2 часа подробной информации, которой я не буду делиться в соцсетях. Учитывая то, в какой ситуации мы находимся сейчас, большая часть этой информации будет заблокирована, если бы я делился ей открыто. Эти 2 часа содержат библейские, политические, национальные и межнациональные открытия и информацию, которую вы, скорее всего, никогда не слышали. Это только для тех, кто любит истину. Закажите сейчас этот набор, который состоит из моей новой книги и 2-часовой аудиодисков на нашем сайте или позвонив по телефону, который вы видите на экране. Вы также можете написать мне по адресу, который сейчас указан на экранах ваших телевизоров. Вы можете получить этот набор за $35 или больше. Заказывайте предложение АПР-140. Я раскрою радикальных глобалистов и людей, которые хотят заткнуть рот христианам, патриотам и консерваторам. Я говорю не только о себе, но и обо всех людях доброй совести, доброй воли. Мы покажем вам в книге, что мы можем сделать, если объединимся. Я очень хочу, чтобы вы прочитали эту новую уникальную книгу. Эту книгу обязаны прочитать все христиане, которые любят библейские пророчества, и все патриоты. Мне 62 года, скоро в моем служении будут изменения. Я молился: «Бог, что мне делать? А время от времени я буду служить по городам.
Я буду служить на конференциях. Мне нравится общаться и служить людям. Беря пример с мудрых благовестников, пасторов и учителей прошлого, мы учим следующее поколение. Если Богу угодно, то один уикенд в месяц я буду в школе Рэмп с моим другом Карен Уитн и с моим сотрудником Риком. Я буду служить и учить в школе. Иногда я буду проповедовать у них по воскресеньям. Кроме того, мы строим общежитие в дальней части нашей территории. Однажды Господь дал нам поручение сделать это, но все испортил этот коронавирус. Теперь вы знаете причину заморозки проекта. Мы построим 3 общежития. У нас будут курсы о служении, которые продлятся от 1 до 3 месяцев. Вас будут обучать замечательные пасторы и учителя со всех штатов. Это будет в кампусе нашего центра, Международного центра Омега. Во вторник вечером у нас проходит богослужение школы служения Рэмп в Гамильтоне, принадлежащего нашему служению. Если Богу угодно, то мы построим на нем крупное здание, где разместятся от 20 до 30 человек. Мы хотим построить дом для церковной молодежи. У нас все в порядке. У нас нет нехватки. Мы успешны. Бог благословляет нас невероятно. Но перед нами новый уровень. Мы нуждаемся в вашей поддержке, чтобы оплатить все эти проекты. Партнерам мы отправим журнал «Голос евангелизма» и отблагодарим вас в соцсетях. А вам спасибо за просмотр. Луисвилль, Хантингтон, Техас. Ждите меня. В ближайшие 1,5 месяца приходите на собрание, мы будем с вами. С Богом!